представляю вашему вниманию стабилизатор напряжения от компании Svan модели AVR1000LCD. Стабилизатор напряжения данной серии предназначен для коррекции сетевого питания в условиях стабильно пониженного или завышенного напряжения. Расширенный диапазон входного напряжения от 100 до 280 вольт позволяет работать устройству в условиях критического состояния энергоснабжения. Стабилизатор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения и заниженного напряжения. Позволяет безопасно подключить устройство потребителей к сети в момент возобновления энергоснабжения через 6 или 180 секунд. Устройство снабжено цифровыми индикаторами, отображающими входное и выходное напряжение. Прочный корпус позволяет использовать стабилизатор в технических помещениях, таких как гараж, мастерская, котельня. На задней части расположились две розетки, к которым можно подключить энергопотребители, а также предохранитель, который без проблем можно заменить, если он перегорит. Выходная мощность составляет 700 Вт. Ток срабатывания защиты 6 ампер. Вес составляет 3 кг. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.